Сегодня в России отмечают День энергетика. Работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Владимир Якушев. Тем временем Ишимская дистанция электроснабжения признана лучшей на Свердловской железной дороге. Участок обслуживания составляет 1000 километров от станции Называевской до Заводоуковска. Безопасность движения поездов обеспечивают 6 линейных подразделений, в которых трудится 220 человек. Это профессиональные люди, которые настроены на нужный лад. Они всегда знают, что им нужно сделать, когда им нужно сделать. В любую погоду работают. Неважно, это снег, дождь. Очень компетентный и серьезный коллектив. Коллектив Ишимской дистанции электроснабжения насчитывает десятки трудовых династий. Александр Харлов – потомственный энергетик. В свое время поступил учиться по целевому направлению, окончательно влюбился в профессию, проходя практику. На третьем курсе уже появился интерес, появилось понимание. И я из двоечников в отличники перевелся.